Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки интересной колеблющей блесне от компании Герман. Моделька называется... Моделька идет под номером 8307. Длина ее составляет 93 мм. Вес составляет 20 грамм. И расцветка в данном случае 0,2. Поставляется колебалочка на такой вот картонной упаковочке. На упаковке имеется информация о том, что блесна оснащена крючком от компании Мустад, что довольно-таки отлично в данном ценовом сегменте. Колебалочка выглядит таким вот образом. Узкая колебалка, довольно-таки длинная. На лицевой части имеется гравировочка, имитирующая чешую. Также имитация глаза присутствует. Внутренняя часть имеет гравировку в виде логотипа Германа и указан вес 20 грамм. Блесна имеет явный S-образный изгиб. Также присутствует продольная легкая вогнутость у данной колебалочки. Блесна оснащена довольно-таки большими заводными кольцами. Кольца отличные по качеству, из толстой проволоки с плотным витком. Посредством заднего заводного кольца установлена имитация плавничка, выполненная из пластика и имеющая розовый оттенок. Соответственно, пластик прозрачный у нас. Крючочек мустадовский имеет желто-коричневый оттенок, желто-коричневое покрытие, соответственно. По заточке крючок здесь без нареканий, острый, отлично подобран по размерам крючочек на длинной ножке. Данная колебалочка имеет отличные полетные характеристики, летит она стабильно как в штиль, соответственно, в ветреную погоду, также сохраняет точность и дальность полета. После приводнения колебалочка имеет довольно-таки эффектное осыпание, на проводке имеет амплитудную игру, довольно-таки активную. Данную блесну можно применять как на водоеме со стоячей водой, так и на водоеме с течением. Данная колебалочка, конечно же, в первую очередь подойдет для таких видов хищника, как щука и судак. В прилой может попадаться крупный белый хищник, в основном такой, как жерех, либо голавль. Также редки могут случиться поимки, ну это, соответственно, в прилове крупного окуня. Колебалка по цене и качеству на пятерочку. Приобрести данную колебалочку можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео оставлю промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.